Чувашии рабочая неделя началась с новых назначений. Исполнять обязанности министра цифрового развития и информационной политики будет 35-летняя Кристина Майнина. Прежний руководитель ведомства Михаил Анисимов в ближайшее время возглавит республиканский МФЦ. Кристина Майнина была начальником управления цифрового развития, связи и рекламы администрации главы республики Коми. Еще одно назначение – руководителем главного управления МЧС России по Чувашии назначен Валерий Зеленин, переведенный из Севастополя.